Наталья Юрьевна, добрый день. Провели вам обширную и подробную экскурсию по библиотеке ТГУ, по ее музеям. Понравилось? Добрый день. Да, могу сказать, что я в восторге. Давно не была. Как выяснилось, в 2006 году я была вот в этом музее, музей книги, музее книги да. И, конечно, впечатление сегодня оставили неизгладимый след. Я думаю, что я буду очень долго еще возвращаться мыслями к тому, что я сегодня увидела, услышала. Может быть, какой-то отдельный момент вам <с запомнился больше всего? Не могу выделить какой-то отдельный. Экскурсовод Кирилл был безупречен и настолько здорово прошелся по различным этапам становления и книгопечатания на Руси и в целом в Западной Европе, и в том числе, как пополнялся фонд Томской государственной библиотеки. Поэтому... Так. Теперь давайте поговорим непосредственно mm -hmm. про вас. У вас э, более чем 20-летний стаж преподавания, в том числе в Институте экономики и менеджмента ТГУ. Mm -hmm. Какой след он оставил в вашей жизни? Преподавание в высшей школе ⁇ это такая особая любовь, которая началась в конце 90-х и, в общем-то, продолжается по сей день. Несмотря на то, что я уже давным-давно профессионально развиваюсь именно в бизнес-среде, преподавание как такое параллельный мейнстрим, что ли, в моей жизни, который постоянно прокачивает меня, наполняет энергией. Общение со студентами, с коллегами из университетской среды, в общем-то, конечно, дополняет профессионально очень сильно. Недавно я закончила свою деятельность в Томском государственном университете, но, тем не менее, профессионально, как тренер, я продолжаю обучать достаточно взрослых людей на тренингах, на учебных программах. Наталья Юрьевна, в компании Эмикран вы занимаете управленческую должность. Есть какая-то взаимосвязь между должностью преподавателя и должностью, которую вы занимаете в компании Эмикран? На мой взгляд, безусловно. Во всяком случае, в моей профессиональной карьере сложилось именно так. И сегодня, спустя много лет, я могу сказать, что я очень благодарна тому времени, когда я решила прийти в академическую среду и потом набравшись определенного опыта теоретических знаний, практических, в том числе взаимодействия на разных уровнях с бизнесом именно в академической среде пришла в бизнес-среду. Что, наверное, яркого могу сказать именно о взаимосвязи? Умение, Академическая среда очень сильно прокачивает навык именно обучения, самообучения. То есть в академической среде нужно быть максимально на пике. На острие да, там, передовых знаний в науке или в предмете, в предметной области, в которой ты работаешь, и материал, который готовишь для студентов, конечно, он должен быть самым современным. И, пожалуй, именно вот этот скилл, как модно сейчас говорить, он прокачивается очень круто, что, конечно, в моей управленческой истории позволяет мне быстро находить нужную информацию, сочетать то и другое. Вы являетесь представителем компании Микран, которая занимается сотрудничеством с эндаумент-фондом ТГУ. Расскажите, пожалуйста, про это поподробнее. В 2018 году во время празднования 140-летия Томского государственного университета наш генеральный директор Парамонова Вера Юрьевна приняла решение сделать пожертвование в эндаумент фонд Томского государственного университета. И таким образом, собственно, с этого момента началось наше сотрудничество именно в плане поддержки как жертвователь, как меценатор. В 2021 году компания «Микран» учредила стипендию для высшие эти школы ТГУ, а также технических направлений, которые занимаются разработкой проектов для вашей компании. Почему вы решили помогать, в том числе финансово, университету? Если говорить о стипендии, которую мы в прошлом году приняли решение учредить, то здесь тоже все просто, как я говорю. Несколько причин, которые к этому подталкивают, понятно, кадровый голод, сформировавшийся на рынке труда под влиянием ряда факторов, да, там и демографической ямы, и усиление конкуренции, и колоссальный технический вот прогресс в тех сферах, в которых мы действуем как компания, понуждают нас к тому, что мы должны выбирать для себя все новые и новые механизмы, которые позволяли бы нам и, и наращивать какое-то представление о нас как о компании в студенческой среде, в среде молодых специалистов, так и э, нам делиться вот возможностями поощрения нам потенциальных наших сотрудников в будущем. И, конечно, стипендия это как форма, которая очень безболезненно, но позволяет и познакомиться с компанией ее, а, дающей, да, и, соответственно, помогает непосредственно студенту, может быть, меньше думать о а, каких-то насущных проблемах, связанных с, там с самообеспечением на текущий момент, больше реализовывать себя в, в, в науке, в, в прикладных знаниях, связанных с выбранной профессией. А, почему в области IT? А, как я говорю, функция IT очень сильно трансформируется, и без нее сейчас никуда. Она, если, скажем, лет 10 назад мы могли сказать о том, что IT – это какая-то самостоятельная профессия, да, ну и прочее, то на текущий момент все больше и больше мы понимаем, что IT – это какой-то уже смежный навык. Да? Посмотрите, что происходит там в биотехнологии, что происходит в медицине. И понятно, работодателю интереснее принять на работу кандидата, который узко прокачан в конкретной области, например, в, той, в, той, в, той, в тех же биотехнологиях, да, но при этом, если он еще может программировать, то им просто цены нет. И, как я уже сказала, без информационных технологий сейчас трудно представить современный мир. Мы, как компания, которая понимает это, которая стремится сохранять свои лидирующие позиции, конечно, будем вкладываться в подобные механизмы. Давайте поговорим про культуру меценатства. Насколько вообще важно заниматься меценатством? Я считаю, что меценатство – один из неотъемлемых моментов любого общества, неважно, в прошлом, в настоящем или в будущем. Меценатство как форма законного пожертвования очень удобно как для физического лица, так и для юридических лиц. И, конечно же, на мой взгляд, она направлена в первую очередь на то, чтобы сохранять и далее приумножать фонды именно научные, искусства и культуры. А общество без этих трех составляющих наверное, представить очень сложно. И как раз университет это, на мой взгляд, это та среда, которая в состоянии вот эти три составляющие общества продуцировать, развивать и в конечном счете отдавать в общество, нести людям. В 2018 году мы именно сотрудничество с эндаумен фондом для себя открыли, и, конечно же, дальше рассматриваем, безусловно, как возможность поощрения талантливых и студентов и научных сотрудников внутри университета, которые работают на благо как науки, так и техники, будем так говорить. Можете дать какие-то советы нынешним студентам? Как, может, какие личные качества стоит в себе развивать и в дальнейшем становиться успешным? Вы знаете, есть так называемая формула «Хайпо». Я хочу вот как раз о ней немножко сказать. Сегодня очень много говорят про концепцию 4К, про софт-скиллы, которые нужно прокачивать, про коммуникационные навыки, которые, про которые нужно не забыть и не оставить на полке. Там, да? на мой взгляд, важно посмотреть еще на такую формулу, как high potential. Да? То есть, что такое хайпо? это сочетание интеллекта, эмоционального интеллекта и коэффициента жизненной энергии. Есть такая история. И, скажем, 30 лет, наверное, там 35 лет назад нас всех тестировали на уровень интеллекта. Лет 10 назад вдруг заговорили после известной книги значит, об эмоциональном интеллекте. Да? А сейчас на повестку вышел коэффициент жизненной энергии, уровень жизненной энергии. Так вот я хочу сказать, что Отдельно сами по себе они интересные компоненты, но, как мы часто замечаем, именно синерги, синергия дает вот тот необходимый стержень, да, который позволяет тебе быть чуть-чуть дальше, чуть-чуть выше, чуть-чуть сильнее. И я считаю, что как раз вот эти три составляющие, их нужно прокачивать, чтобы они были в балансе и интеллект, эмоциональный интеллект и уровень а, жизненной энергии. А, поэтому, скажу так, тренируйте память, тренируйте тело, а, старайтесь быть а, открытыми, откровенными со своими близкими, то есть прокачивайте эмпатию. А, ну и, конечно, прислушивайтесь к себе. Наталья Юрьевна, так как наш выпуск он приурочен к 8 марта Международному женскому дню я не могу вас оставить без подарка. Наталья Юрьевна, спасибо вам большое за такую теплую и познавательную беседу и с праздником вас с 8 марта. Спасибо. Благодарю. Спасибо.